Дурбан. Увидеть больше. Мы в доме музея Джонаса Бирктейла в Вествилле. Это самое старое здание здесь. Оно было построено в 1840-х. Теперь у него статус памятника архитектуры. Этот музей сохранил для нас историю Вествилля и живущих здесь народов. Внутри музей выглядит как жилой дом. Тут есть спальня, кухня и столовая. На кухне, например, у нас есть предметы обихода, с помощью которых готовили пищу. В столовой тоже есть хозяйственные принадлежности и всякая утварь, которая использовалась для переработки молочных продуктов. Если вы посмотрите на все эти предметы, вы сможете представить, как развились технологии. А в этой части комнаты у нас теперь стоит крест из церкви Клермона. Так выглядела эта комната изначально. Мы включили сюда экспозицию с археологическими находками. Здесь представлена история основания Вествилля. Ведь если верить документам, выходцы из Германии — первый народ, который поселился на этой земле. Однако археологи смогли доказать, что задолго до них эти земли были обитаемы. Мы открыли эту выставку, чтобы представить посетителям другой аспект истории Вествилля. Поскольку это дом-музей, некоторые люди ожидают, что здесь будет та же атмосфера, что и в других подобных домах, ведь они все выглядят примерно одинаково. Так зачем же посещать именно этот? Но, как я уже сказала, мы открыли тут специальную выставку, которая говорит и о другой жизни. Вещи, которые вы не найдете в обычном доме-музее. Очень интересно взглянуть на историю с другой стороны, потому что каждый музей рассказывает историю по-своему. Таким образом, если вы хотите узнать больше о Вествилле и живущих тут людях, музей Джонаса Бирктейла для вас. Клермон — красивое место. У нас своя замечательная культура. К нам приезжают люди из различных городов и поселений. Взять хотя бы еду и напитки, и наши развлечения. Главную улицу называют Клермон-Роуд, а еще у нас есть Зази-стрит, на которой расположены старые ресторанчики, самые разнообразные традиционные кафешки. Здесь особая атмосфера, потому что вы встречаетесь с местными жителями, знакомитесь с людьми, можете поговорить с кем угодно. Нет никакого разделения, мы одно целое. У нас есть один человек, его зовут Томи. Он работает в уникальном африканском стиле. Свою арт-студию он организовал прямо у себя дома. Его работы прекрасны, потому что они опираются на исторические традиции. Он просто пишет картины у себя дома, потом их продает. Вот так он зарабатывает на жизни. Я настоятельно рекомендую вам посетить его студию. Главное, на что стоит обратить внимание посетителю Клермона, это множество разных культур. Мы все обладаем разной энергетикой, но мы все едины. Группа Lady Smith Black Mamboza была образована в 1960 году. Ее собрал Джозеф Шабалала, который давным-давно переехал в Клермон, чтобы работать здесь. Группа была основана в Клермоне. Все мы мечтаем создать музей Lady Smith Black Mamboza, потому что мы хотим сохранить свою историю. Это наша живая история. Lady Smith Black Mamboza. Господин Шабалала приехал сюда, чтобы работать, собрал группу в Клермоне, не где-то еще, а именно в Клермоне. Нам действительно стоит помнить об этом. Это отличное место для туристов. Для нас это история, и для других тоже. Ati ati ama koti, oh no no. Ati ati ama koti.